прочту два, ну, сравнительно старых стихотворения, два и три совсем новых. Первый называется «Одесса 63», эпиграф из Вертинского «На солнечном пляже». Как добрые ложки, а ну, эти злобные вилки, и чуткие стражи, пузатые бабушки, чинно сидят на подстилке на солнечном пляже. Сверкает вода, изумрудная и золотая, и парус, как лучик, пузатые бабушки смотрят от нежности тая на внуков и внучек. Недавно приятель сказал мне в одном разговоре, нескладном немножко, что время из всех, так сказать, категорий уж точно не ложка и даже не вилка. Пространство добрей и круглее. Садишься в двуколку, ну, в поезд, раз-два и вернулся. Вот пляж, вот аллеи, а толку? И такое стихотворение. На плес облиш, старик совсем оплес. Чуть что, прыг-скок, и убегает в лес. Сидеть на пне, гудеть, бубнить об ова. Разве мальчик в останке не летом? И прочее, то забывая слово, то вспоминая. А то летит на велике без рук, шурша за кругом нарезает круг, то забыва, то вспоминая слово, то бабочку раздавит, то грибы, эх, Брэдбери бы на него и Джоу, Джоана бы. Вот возвратился бы он на свой чердак, а там не так, вернее, слишком так, как есть, и все бы вдруг распалось, скажу ль сочей, упала б пелена, и забыва б уже не отличалась от вспомина. Ну вот, и теперь три, значит, вот написанных этим летом стихотворения. Чтобы не остаться наедине с тишиной внутри себя и вовне, потому что слишком большие волны, а кораблик утлый и лоцман полный идиот, и скучно лежать на дне, капитан по имени Чан Суй Фай, чуть займется утро, включал хай-фай. Звук подобен морю, прилив, отлив, тишина коварна, как мель, как риф, поучал Чан Суй. И простые души, моряки, внимали ему, забыв обо всем на свете. Один Ван Чи, вежливо кивая, вдевал беруши, глядя, как на брызгах стоят лучи. Стихотворение такое. Называется «Тетя Дося». Не хочется банальностей и бредней. Я помню полноту и доброту, и как она несет пакет со снедью на пляж, бульвар французский весь в цвету. Из слов ее я помню только лишь вот эти вот, потом по телефону мне ахнутые. Что ты говоришь? И что-то вроде стона. Но это было позже, а тогда Утесов пел про то же патефончик, мы пили чай, которому всегда мне полагались сахар и лимончик. Был сахар сладок, а лимончик кисл. Позавтракав, мы шли на пляж с пакетом, и если в чем-то сохранился смысл, то в этом. И последнее памяти Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Все дело в том, что дела нет ни в чем. Есть человек и голос, говорящий, а ты, Аринушка, Минеев разогнула, и житие святого Иоанна Ветхопещерника прочла бы мне.
бояре, стольники, сокольничьи, собаки, конечно, тоже были. Но не зря театр, весь мир театр, тонул во мраке, свет был направлен только на царя. И было все понятно. Гамлет, князь Мышкин, Юра Деточкин, вот доблесть и честь. Так образ входит в образ. Я весь спектакль сидел, не шевелясь. Тогда в Москве еще существовал ряд крайне одиозных представлений о том, что нужен Бог и важен гений. Потом зачем-то дали свет на зал. Наверное, как выражались встарь, рискуя показаться попугаем, я все же проскреблю. У нас был царь юродивый, и жизнь была другая. Спасибо.